Здравствуйте, меня зовут Лунегова Полина, мне 21 год. В кино я снимаюсь с детства, где-то 6 лет, и за это время сыграла много очень разных интересных ролей, но вот любую я не могу выделить какую-то одну дорогую мне, потому что они все мне дороги и важны. Вообще, в детстве я мечтала стать стюардессой, но волей судьбы я снимаюсь в кино, и этому очень рада. А вообще, в будущем я бы хотела, наверное, все-таки работать режиссером, потому что мне кажется, что у режиссера больше возможностей и как-то шире полет фантазии, он может намного больше, чем актер. Хотела бы снимать детское кино и делать мир добрее и счастливее благодаря этому. Спасибо.